Друзья, наконец-то я добрался до своего друга. Сейчас я нахожусь у него дома. Рад тебя видеть, друг. Я тебя тоже рад видеть. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, что бы ты сказал нашему любимому Херсону, жителям, херсонцам? Угу. Ну и что бы ты сказал непосредственно своим братьям по крови, татарам? Ну а что можно сказать жителям Херсона? Мы о них помним, мы за них переживаем. Все делаем для того, чтобы в Херсонской области был мир и стабильность. Чтобы наконец-то те бандформирования или те радикальные группы, которые появились у нас в области, исчезли и больше никогда не возвращались. Что касается крымско-татарского народа, он также понимает, в какую ситуацию он попал. Он попал в очередную узурпацию, к большому сожалению. Вот. Люди держатся. Люди понимают, что это временный фактор, это как страшный сон, но он скоро закончится. А мы, как всегда, как жители Херсонской области, люди, которые там родились. Вот Алексей Валерьевич Журавка, который 24 часа в сутки работает над тем, чтобы в Херсонской области был мир и спокойствие. Мы вас помним, мы вас любим и надеемся, что в ближайшем будущем мы соединимся, мы сможем свободно ездить, перемещаться, как это было раньше. Всем еще раз здоровья и мирного неба над головой. Спасибо большое. А я уверен в том, что мы скоро вернемся и освободим нас от этих деспотов, негодяев, которые сегодня убивают мою любимую Херсонскую область. Всем удачи. Удачи, спасибо.